3 марта в Афипском доме культуры прошел праздничный концерт «Дарите женщинам цветы», посвященный Международному женскому дню. Торжественное мероприятие началось с речи главы района Адама Джарима. Могу с уверенностью сказать, наш район – прекрасное место, где живут и трудятся замечательные люди и самые красивые женщины. Милые дамы, пусть этот светлый весенний день подарит вам хорошее настроение. Желаю всем счастья, любви, взаимопонимания, мира в ваших домах и успехов в работе. Пусть весеннее обновление, цветы и внимание не покидают вас никогда. И каждый новый день приносит радость и благополучие. В преддверии праздника самых нежных, ласковых и любящих за большие заслуги перед районом наградили грамотами и благодарственными письмами выдающихся женщин. Торжество продолжилось выступлением ансамбля «Адажио» Краснодарской филармонии имени Пономаренко. Они исполнили песни о жизни, любви и, конечно, женщинах. Выступление квартета не оставило никого равнодушным. По окончанию концерта каждой виновнице торжества вручили букет цветов.